же я и моя карьера рэпера-миллионера. Не трепи мне нервы, индустрия стерва, шоу-биз, ферма, дьявол носит Прада, дьявол правит бал в этих дебрях. Улыбки фальшивы, ужимки манерны, топчет крест на помаженный ряженый демон. Садомиты прикрывают и суккуб, где вы, друг, где мы? Какой по счету этот круг инферно? Антон ушел от передоза в этой вселенной. Оскар и Грэмми ждут, но не дождутся Патрика Герман. Престарелых лицемерных мигер под фанерой ждут кроваво-красные ковры на премьерах, на примерах штернов ярких, модных, смелых, присягнувших чужеродным сэром. Зритель поглотил лакшери на веру. Им не нужен Крис Кельми, а Мэнсон Мерлин. Закрой за мной дверь, этот способ верный принять меры, не попасть в эти сети химеры. Ты можешь никогда не стать номером первым, но даже номер 17 может стать легендой. Мне не давал покоя опыт Ноя за. Хотел контракт с Universal, такой контракт решил бы кучу бытовых вопросов. Этот контракт с Universal, но этот же контракт прогнул бы под весом босса. Боссов Universal и окунул бы в отбросы, превратив в абсоса. Так что fuck noise и fuck Universal. Потоки нечистот 100-500 и гендер следуют за нами следом, как слендер. ЛГБТ, пропаганда, программы по фанам. Географ глобус пропил давно и стал левиафаном. И пусть мой очередной из независимых релизов не достигнет чартов и ротации суперприза, зато чужое в мире склизких жополизов, заднеприводных круизов по маршруту шоу-биза. Индустрия и талант по рукам вяжет контракт. Новый испечен агент обязан отработать грант по подписке суперджой. Пусть свой либеральный вой под чужой пятой, скованный кандалами кабалой, покрытые паршой, подсчетами маржой, легион или приконов и их волшебный горшок. Для вас я как Шин Фэн буду, как Рокки левшой. Вы в Шоушенке все, а мне на воле хорошо. И для того, чтобы эта песня хитом стала, мне не хватает только-только женского вокала, коего в моих треках отродясь не бывало, как миллионные продажи и полные залы. И для того, чтобы эта песня хитом стала, мне не хватает только женского вокала, коего в моих треках отродясь не бывало, как миллионные продажи и полные залы. Мне не давал покоя опыт Ноя за. Хотел контракт с Universal, такой контракт решил бы кучу бытовых вопросов. Этот контракт с Universal, но этот же контракт прогнул бы под весом боссов. Боссов Universal и окунул бы в отбросы, превратив в абсоса. Так что fuck noise и fuck Universal.